эффектный узорчик мы сейчас с вами свяжем. Похоже такой на песок или на мелкое такое букле. Тоже плотненький. Пряжа у меня карачаевская в пасмах. Дешевые по 300 рублей. Спицы мои любимые бамбуковые. Я вяжу в основном бамбуковыми. Спицы у меня 4,5. Можно взять четверочку для плотности. Здесь не очень плотно получилось. Можно взять четверочку. Ну, пока у меня 4,5. В данный момент четверка у меня в другом месте. Первый ряд. Да, набираем 25 петель. То есть петли должны быть нечетное количество. Первый ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Рисунок простой, до конца вяжем лицевая и изнаночная. Довязали, разворачиваем вязание. И этот ряд у нас весь лицевой. Все очень просто. Вот этот ряд весь у нас будет лицевой. Вяжем простыми лицевыми петлями. Петельки не разворачиваем. Вот они как есть, чтобы были они открытые. Не перекрещенные вот так вот, а открытые. Вот она изнаночная открытая. И лицевую не перекрещиваем, а вяжем открытую петельку. До конца ряда одними лицевыми. На изнанке такое лицевое полотно получается, наподобие резиночки. Так, заканчиваем. Изнаночная петля в конце всегда. Разворачиваем. Вот. И повторяем тоже первый ряд. Первую снимаем. Дальше 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так до конца ряда. В результате у нас получается вот один столбик чисто изнаночными, а второй чередуется лицевые и изнаночные. И в результате это получается такой букле. Дальше, вот видите, он такой чередуется. Знаешь, он лицевой. Здесь одни изнаночные, знаешь, он изнаночный. Чтобы не перепутать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная.